Седьмое российско-китайское экспо завершилось в столице Урала. В этом году форум поставил новый рекорд по количеству компаний-участниц и размеру экспозиции. По предварительным оценкам, на площадке собралось 40 тысяч посетителей и прошло более 4 тысяч официальных переговоров. Зарегистрировалось и приняло участие больше 300 российских компаний. Еще, знаете, подчеркну, для нас тоже было это открытием. Участвовали не только компании Свердловской области, участвовали компании Российской Федерации, и даже мы знаем, что участвовали компании из Республики Беларусь, которые здесь нашли вот точку соприкосновения с китайским бизнесом. Предприниматели двух стран считают российско-китайское экспо одной из главных площадок для поиска новых деловых связей. За время проведения форума товарооборот между Свердловской областью и КНР увеличился в 5 раз.